Девочки, всем ассалам алейкум, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Начинаю сегодня новый интересный влог, надеюсь, вам понравится. Если вы только заглянули на мой канал, обязательно подпишитесь. А кто смотрит меня давно, спасибо вам огромное за вашу поддержку, за ваши комментарии, лайки, что вы меня поддерживаете, пишите. Я всех вас очень люблю. Всем приятного просмотра. Девчонки, сегодня готовлю на завтрак я яйца жареные. Не знаю, как называется это блюдо. Ну, по-моему, шакшука, да. Это обжаренный лук. Вообще добавляют еще, по-моему, помидоры. У меня был только перчик. Все хорошо обжарила. Заместо томатов добавляю томатную пасту и яйца. Этот завтрак очень любит мой муж. И очень часто я ему готовлю. Получается очень вкусно, сытно. Обязательно приготовьте. Надеюсь, вам понравится. А детишки мои такой не очень любят, так как там лук. Я им отдельно жарю просто яйца. Девчонки, я уже потихоньку начинаю готовиться к месяцу Рамадану. Осталось буквально несколько денечков. Навожу порядки. Часто я пропадаю на ютубе, но я занимаюсь уборкой, готовкой, смотрю какие-то фильмы, сериалы, читаю книги, так что дел у меня много, садик, школа, сами понимаете. Вот. Так что, девочки, желаю вам легкого поста, чтобы все ваши намазы, дуа были приняты. Этот священный месяц мы ждем с нетерпением целый год, и вот скоро он наступит. И все мусульмане будут держать великий пост Рамадан. Дальше, девчонки, сегодня я вам решила поснимать свою уборку. Решила сегодня навести порядок, протереть пыль. Я уже пропылесосила, помыла полы. Осталось мне протереть пыль и хочу сегодня поменять шторы. И навести порядок вот в этом своем шкафу. У меня там чего только нету, детишки. То игрушки принесут, то там порисовали, бросили какие-то пакеты от Валберес, Озона. Все у меня здесь всегда есть. Я где-то раз в неделю всегда навожу тут порядок, потому что 2-3 дня, 4, и тут накапливается просто такой ужас, хаос. Конечно, с маленькими детьми, вы меня понимаете, да, они все... А я люблю, когда все стоит на своих местах. Наверное, я иногда с мужем разговариваю. Говорю, если бы я жила одна, у меня бы была такая чистота, говорит, даже вообще ни одной пылинки бы не было. А тут, говорю, я убираюсь, убираюсь, вообще не видно, как будто я что-то делаю. Ну, наверное, у всех мамочек так, когда дети маленькие, они все равно раскидывают, хоть и стараешься их учить, чтобы они все ставили на места, но, конечно, не получается. Протерла пыль, навела порядок, там убрала свои средства, мои, которые заказала с Атоми. И перехожу, протираю телевизор. Самый большой, наверное, пылесборник у нас. Всегда на нем столько пыли. И перехожу к окнам. Я открыла балкон, смотрю, Муиска моя уже сидит. Она очень любит выходить на свежий воздух, сидеть у окна. Всегда смотрит, что я делаю, чем я занимаюсь. И иногда бегает, хватается за платье, за шторы. Короче, ей не скучно, да, играет тем временем. Сразу же буду снимать шторы. И сейчас хочу вам показать, какие шторы я заказала. Повешу новые шторы. А эти закину в стирку. Девчонки, сняла я шторы, сейчас буду вешать новые. Я заказала на Озон, очень мне понравилось, заказала новую тюль и шторы. Качество шикарное, девочки, взяла в темном цвете, потому что у нас очень солнечная сторона. И, как вы знаете, в Питере белые ночи скоро уже будут, в мае, да, и очень светло, ночью плохо спать, да. Когда светло, я заказала вот такие льняные шторы в таком графитовом цвете. Очень красивые, мягкие на ощупь, такая мягкая ткань.
ткань. Там на сайте можно выбрать размер, который вам нужно. Я взяла 240, и тюль тоже так же, чтобы мне не обрезать. Можно смерить, да, выбрать по вашему размеру. Отзывы очень хорошие. Качество тоже, смотрите, все аккуратно, как сшито. Очень красивый, плотный, такой плотный, не знаю, материал. Но вот мы на той квартире жили, у нас тоже были такие дорогие бордовые шторы. Вот именно из такого материала. Вот. И заказала тюль. Она тоже у меня уже по размеру. Не нужно ни обрезать, ничего. Сейчас тоже повешу, протру гардины и повешу все новое. Окна помыла. Вот такая тюль. Качество классное. Так что, девчонки, ссылки вам оставлю. Кому интересно, заказывайте. Шторы есть в нескольких оттенках. Мне вот эти такие понравились. Ну, сейчас опять скажете, что темные, но все равно меняет. Они у меня есть одни светлые, есть темные. Вот эти я сейчас брошу в стирку. Хочу детскую повесить. Вот эти шторы. Так что вот. Качество классное, шторы турецкие, так что, девчонки, рекомендую. А то мне всегда спрашивают, где заказываешь, вот ссылочку для вас оставлю, чтобы вы у меня лишний раз не спрашивали. Проходите, заказывайте, а я сейчас займусь, все повешу и обязательно вам покажу. Девчонки, повесила я шторы, очень долго лазила этот карниз наш. Тот, который я купила, я хочу пока на кухню сделать, а здесь, ну, пока не будем убирать. Вот, вот, шторы, смотрите, 2,40 у меня, как раз до пола. Все подошло, очень красиво смотрится. Кто-то скажет, темно, нет, просто я еще покрашу стены в такой молочный цвет, и будет очень красиво. Но зато эти шторы не пропускают вообще, смотрите, свет. Будет темно и хорошо. Сейчас уже у нас солнышко целый день. Вот. Открываем. Очень солнечно, красиво. Так что, девчонки, рекомендую эти шторы. Очень мне понравилось. Шикарное качество. Мягкие. Смотрите на ощупь. И цвет тоже мне понравился. Вот такая красота. Мы с детишками собираемся идти гулять. Да, они меня ждут. Когда мама тут порядки наведет. Я сейчас, наверное, закину стирку. И шторы я сняла и на кухне, и здесь, и в детской. Но они все не войдут. Но одну партию закину стирать. И мы будем собираться. Пойдем на прогулку. Напишите, девчонки, как понравились мои шторы или нет. Мне очень нравится. Девчонки, еще хочу заказать такого шоколадного цвета плед. Обязательно закажу на Васильке. Маленькие подушечки, и будет вообще красиво. Таких все в одних оттеночках. Не знаю, то меня на серое тянет, то такое голубое, да. Сейчас мне что-то такого темного захотелось. Ну, с такими светлыми. Муиза моя вообще, я как пока вешала эти шторы, она мне проходу не давала. Муиза, если ты мои шторы оторвешь. Девчонки, мы вышли на прогулку. Марьяшка, малыши, сегодня у нас очень хорошая погода, вообще тепло, солнышко с утра, воскресенье. Идем мимо парка, у нас уже вовсю аттракционы работают, колесо обозрения крутится вот там, а мы решили выйти прогуляться. Короче, девчонки, в прошлом видео говорила про комбинезон. Мне кто-то написал, что можно сделать возврат. Да, я знаю, можно сделать возврат. И думаю, схожу-ка я его, сделаю возврат и возьму тот, который мне понравился. Который стал дешевле. Да. Я им сейчас купила сосиски в тесте. У нас здесь халяльный ларек. Мы покормили уточек, да? Да, уточек покормили. Колесо обозрения потихоньку крутится. Считает столько воды. Мы едем, буксуем. Здесь надо было ехать по нормальной дороге. Тут, вы вперед идите. А я за вами. София, мы не пройдем вместе.
Иди вперед, за Марья. Очень много людей сегодня на улице. Все гуляют с детишками, с колясками. И мы решили выйти. Еще зашла я документы, распечатала. Не знаю, что у меня с принтером. Вообще беда. Купили чуть-чуть, я им пользовалась. Включила печать на 100 листов. И он, наверное, переработал, и все. И после этого я его разбирала. Достала оттуда 5 рублей, кто-то засунул из детей, по-моему. Вот. И все равно он не печатает. Вот приходится ходить мне свои документы по рекламе распечатывать и, ну, короче, платно делать. Умар, ты спишь? Умар. Как выходим, так спит. Вот там дальше лифт, пойдем. Лифт. Не здесь, там лифт есть. Очень душно, вообще жарко в торговом центре. Умарчик, давай курточку расстегнем. Здесь есть дополнительные лифты, потому что один лифт у нас тут, в него вообще не пробраться. Все стоят в очереди, а здесь никогда никого нет. Открывай, никого нет, видишь? А, здесь открыто. Вверх нажимаем. Умар, ты опять сейчас уснешь, да? Еще как с тобой без коляски ходить, если мы только выходим на улицу, и ты спишь. Да? Все, поехали. Третий этаж. Нет, здесь не нажимаю, вот здесь, да. Марьяшка у нас сегодня уже в жилетке, да? Тепло. А я. А ты в курточке. Весна уже. Сегодня какой у нас? Нет. Третий? Третий марта. Шестой. Ой, у нас шестой. Третий. Отсюда. Вот, выходим. Детский мир. Открывайте мне дверь. Вот, София. Молодец. Все, сделали мы возврат. Сейчас новый найдем. Смотрю, здесь конструкторы. Какой-нибудь небольшой ему. Пластилин. Марьям уже ушла за пластилином. Какой взять тебе конструктор? Марч. Зеленый? Что? Вот, девчонки, вот такой мне понравился, зеленый. Этот размер у нас 104, 104, 104. Тоже 104, даже 116. А этот сколько? Что сделали возврат и сейчас не найдем, да? 104 ему маленький. Надо побольше. Давай, какую тебе? Какая тебе нравится? Выбирай. Папку розовую. Такую? Это смотри с этими, с ручками. А это тоже с ручками, да? Ну давай эту бери. Это и Софии нужно для садика. А у Мары нету? У Мары пока нету. Еще нужно ручки нам взять. Мара! Пойдем. Кого?
Тебе в следующем году скажут, мы возьмем, хорошо? Марьям, что там увидела? Что там? Что это такое? Печатать. О. Или вот. Что это? Наушники. Смотри, какие-то еще есть рации даже. С ушами. Ну, бери на наушники тебе. Сядь, сядь, Умар, сядь, сейчас поедем. Сейчас шоколадку возьмем, сок. Не вылазь, пожалуйста. Марьям, постой рядом с ним. Давай, Софи, выбирай раскраску. Дай, я выберу. Вот смотри, есть с этим ты хочешь. Наклейки не есть. Не хочешь с чебурашкой? Вот. Чебурашкой. Ты же любишь чебурашку. А? Его раскрашивать карандаши возьмем, будешь раскрашивать. А наклейки 3 секунды, вы все испортите. На папку нельзя, это папка для садика, ты все испортишь. Ну возьми. Вот это я. Бери. Да, знаю. Все, выбрали, пойдем дальше. Давай, выбирай, увидели мы здесь всякие сумочки. Вот по маске. Нет, у меня не подарили. А это рюкзак? Да. А это рюкзаки? Вот еще рюкзак есть. Есть вот такие маленькие сумки. Маленькие. Сумка-раскраска. Ее можно раскрасить. Сумка с патчами. Раскрась и укрась сумку. Все, идем, идем. Без мороженого, без картошки никуда. Ну, а? Да. Мороженое с картошкой. Деликатес. Марьяшка, что купили? Покажи. Наушники, да? Я выбрал. А тебе сумочку, да? Где твоя сумка? А тебе что? Вот. Сумка с патчами. А тебе вот взяли. А нет, это... На. Мама, в следующий раз надо ехать в другой детский мир, здесь ничего нет уже. И комбинезон не взяли, ничего не взяли. Сейчас пойдем домой. И пластилин взяли, и вот этого крабика, да? Глазастого. Где? Покажи. Один оторвал уже. Девчонки, мы уже дома, и сейчас хочу вас еще раз позвать свою команду Atomi. Не выключайте, послушайте. Я недавно опять закрыла свой степ. Моя зарплата уже сейчас 14 тысяч. Получается, за 2 месяца я заработала уже 14 тысяч. У меня очень быстро растет структура. Каждой девочке я помогаю, строю ей одну веточку. Девчонки, если вы еще не зарегистрировались, хотите попробовать, здесь никаких вложений нету, не нужно заказы делать каждый месяц. Кто-то ко мне приходит, да, с такой опаской, но после того, как
зайдет в группу обучения, где у нас тысячи там с чем-то человек, и посмотрит эти видео, чеки, вообще какое обучение, бесплатное обучение идет. Они просто в восторге, говорят: спасибо, спасибо, Света, что ты нас пригласила, что ты наш наставник. Когда увидит свою ветку, в которой уже там, не знаю, 600-700 тысяч PV, они начинают строить свою вторую ветку, стараются. Так что, девчонки, все возможно, не нужно думать, обязательно приходите в мою команду, пишите на мой номер WhatsApp, будем вместе работать. Очень легкий маркетинг, шикарное качество продукции Atomy, премиум класса по доступным ценам. Это получается ваш онлайн-магазин, собственный магазин, да, где вы там захотели, купили, захотели, не купили. Нет обязательных закупок. Просто зарегистрироваться, бесплатная регистрация, бесплатное обучение. После этого вы начинаете уже вникать, что нужно делать, и будете работать, строить свою команду. Приходите обязательно, я вас всех жду. У меня очень хороший спонсор, наставник, это Дильшат. Она очень отзывчивая на все мои вопросы. Даже мои девочки, не меня, некоторые в личку ее спрашивают. Она всем отвечает, помогает, что нужно делать. Она сейчас мастер Шаронской розы. Ее зарплата от 500 тысяч рублей в месяц. Здесь, девчонки, зарплаты приходят раз в неделю. Каждый вторник зарплаты. Помимо зарплаты еще есть премии, да? Вот. Я работаю потихоньку, я не тороплюсь. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. У меня есть цель, иншаллах, я к ней приду. Моя цель — это сейчас мастер продаж. Ну, хотя бы полгода, да, я должна выйти на мастера продаж. Но, конечно, моя наставница говорит, что ты выйдешь намного раньше, потому что очень, говорит, ты стараешься, все у тебя хорошо идет. Ну, мне очень приятно слышать такие слова. Вот, так что, девчонки, приходите в мою команду. У вас есть огромный шанс, когда вам ваш спонсор будет строить одну ветку. Меня зарегистрировали под такого человека, который не хочет работать, и получается, обе ветки свои я строю сама. Если бы спонсор мне строил ветку, как я вам, да, многим, да, я бы, наверное, уже, может быть, стала и полумастером, может, и мастером продаж. Я работаю одна. Но ничего страшного, это мой бизнес. Потом, в будущем, я не буду никому ничего должна, я работаю сама, строю обе ветки сама, и у меня неплохо это получается. Так что, девчонки, жду вас в свою команду, пишите на мой WhatsApp, он у меня есть в описании, прикреплю здесь. Новый WhatsApp у меня, кто раньше писал на старый, девчонки, у меня WhatsApp поменялся, не забудьте. Все, всех вас жду, спасибо за просмотр, спасибо за уделенное время. До новых влогов, всем пока-пока.